уважаемые жители и гости нашего города! У вас есть возможность узнать о своей задолженности и оплатить свой долг в передвижном мобильном пункте. Новый год без долгов! Третий год подряд в преддверии самого главного праздника эти автомобили можно увидеть и услышать на улицах города. Суть акции проста – облегчить людям процесс погашения долгов. Каждый в конце года старается почистить свои, как говорится, долги, рассчитаться. Но не всегда получается прийти в службу судебных приставов, потому что у нас всего два приемных дня. Хотя мы не отказываем в приеме, в общем-то, никому. Прямо здесь, в машине, можно не только узнать о имеющейся задолженности, но и оплатить ее, будь то автомобильный штраф, алименты, взыскание по кредитам или любой другой долг. То же самое касается налогов для физических и юридических лиц. Индивидуальные предприниматели и люди, уже прекратившие предпринимательскую деятельность, могут проверить полноту исполнения своих обязанностей по предоставлению налоговой отчетности, а также узнать задолженность по налогам и страховым взносам. Приглашаем всех желающих принять участие в данной акции. Наши налоги идут на добрые дела. По информации службы судебных приставов, многие жители нашего города являются должниками. За этот год было рассмотрено примерно 90 тысяч обращений о взысканиях. И, как показывает практика, далеко не каждый знает, что является должником. Первый раз вообще такая вот у нас возможность появилась. Увидела, что машина стоит. Сказали, можно посмотреть, есть ли задолженность по налогам. Ну, оказалось, есть за этот год. Вот не успела до 1 декабря заплатить. Акция «В Новый год без долгов» продлится до 15 декабря. На ваших экранах вы видите время и место стоянки налогомобиля. Сотрудники налоговой службы и судебные приставы также напоминают, что в рамках акции можно получить информацию не только о своих долгах, но и о задолженностях своих родственников. Леонид Юрков, Татьяна Лисогора, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал.